наш добрый, любящий вас телеканал АТВ Михалыч. Погода на 16 июля. Всем, кто нас смотрит, только здоровья можем мы вам пожелать. По республике влияние циклона с юга местами пройдут небольшие умеренные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер перемены 5-10 метров в секунду. При грозах порывистый до 16 метров в секунду. Температура воздуха. Северные районы — это Баргузин, Курумкан, ночью плюс 8-13. По Баргузинской долине до плюс 18. Днем 24-29. При дожди понижение до плюс 19. Центральные районы, Селенгинский, Мухашибирский, ночью плюс также 15-20, днем 25-30. Лето, однако, жарко. По южным районам Джидда, Бичуран, ночью плюс 15-20, местами по юго-западу плюс 7-12, днем также 25-30. Как мы будем жалеть зимой об этом? Улан-Удэ, наша любимая столица, ночью и утром небольшой дождь, ветер западный ночью 5-10, днем до 13 метров в секунду. Температура ночью плюс 18-20, днем плюс 28-30. Радуйтесь жизни. Атмосферное давление ночью существенно не изменится и составит 711 миллиметров тутного столба, а днем будет слабо расти до 713. Любите жизнь, и жизнь тоже полюбит тебя. Отличительный признак мудрости – это неизменно радостное восприятие жизни. Мы любим вас, АТВ Михалыч. Любите нас взаимно.